שלום עליכם, מועדים לשמחה, חגים מזמין לססון, ערב שבת שלום, סיבונים בדרת השם, חול המועד סוכות שבת, שש שיסוף פתח אליהו הנביא, שירי שירים, פתאום מנחה בדרת השם, קבלת שבת. חול המועד, פלג'י מלכות חול המועד, ירסון שדברי תורה לנשמת חולת, ובכלם חייסר בתמרה. וסקזל שתון שלווג, נימד פרבה פרי נבריגת, חול המועד. חול המועד רבותת נזיה, יש ספור סריד מודריצוב, תושטה запрещено работать на חול המועד, את запрет по Торе или по мудрецам, в конце алаха, что это запрет по мудрецам. Но все, что нельзя делать на Хол ха-Моэд, пахать, сеять, это все запрещенные действия на Хол ха-Моэд, как нельзя еврею, так и нельзя говорить гою, чтобы он это сделал для нас в Хол ха-Моэд. Но если это необходимо для мицвы, то это можно сказать гою, чтобы он нам сделал. Все, что касается лечения и выздоровления, можно это делать на Хол ха-Моэд. Поэтому человек, которому болят зубы, имеет право пойти к врачу. И даже если у него не болят, но может стать хуже, имеет право пойти к врачу. Но если у него нормально и хуже не будет, то пойдет к врачу, пусть после Хол ха-Моэда, после праздника. Нельзя стирать Хол ха-Моэд. Все эти дни стирать нельзя, но человек, у которого есть только одна рубашка, или маленькие дети, которые очень часто пачкают свои вещи, для них сделано исключение. Хол ха-Моэд, несмотря на то, что стирать нельзя, можно гладить. И можно чистить свои туфли кремом, натирать их, для того, чтобы они блестели для праздника, вход в лихвот Йом Тов. Также можно покупать новую одежду и новые туфли. Желательно, чтобы если это на селе сейчас, чтобы если там хорошие цены, можно это покупать. Кроме этого, человек, который идет покупать то, что необходимо ему на Йом Тов, слишком много не имеет права покупать. Но если продается это в пачке, тогда у него уже без пачки не продадут, имеет право покупать в пачке тоже. Говорит Алаха, человек, у которого сломались очки, ему нужно их починить на Хол ха-Моэд, имеет право. Но если это солнечные очки, и он одевает их только для наслаждения, то не для того, чтобы красиво выглядеть и так далее, тогда такие очки ему ремонтировать на Йом Тов будет нельзя. Но если глаза у него болят и солнечные очки помогают ему, тогда можно будет ему это починить. Поэтому насколько здесь это показывает, насколько важны законы Хол ха-Моэда. То это алаха еще было писалось, когда печатали фотографии. Говорит алаха так: в Хол ха-Моэд можно фотографироваться, но печатать фотографии желательно после праздника. Можно играть на музыкальных инструментах в Хол ха-Моэд. И нету запрета. В Хол ха-Моэд нельзя писать, исключение. Если человек что-то забудет, и он потеряет из-за этого деньги, или человек, у него есть новые открытия в Торе, и он их забудет, тогда имеет право написать. Обычно мы делаем какое-то изменение, когда мы пишем на Хол ха-Моэд. Если в Торе две буквы прилипли, то тогда можно эту Тору исправить, а если нет другой Торы, можно даже дописать и букву, и слово в Торе. Человек, как мы сказали, что нельзя бриться и стричься. Даже сегодня в пятницу, лихвот шаббат, бриться, стричься в Хол ха-Моэд нельзя. Единственное исключение, человек, который, не дай Бог, болел, и он не мог постричься. Теперь он выздоровел, он хочет постричься, потому что вот эти волосы на голове, они слишком тяжелые и делают ему более неудобно, то он имеет право постричься. Ногти сфарадим можно стричь, ашкеназим ногти не стригут. И как мы сказали, что все, что необходимо для еды, для человека, можно это делать на Хол ха-Моэд, тем более сегодня, в честь шаббата, можно готовить и нужно готовить, и можно купаться с мылом, с шампунем, со всем, что необходимо на Хол ха-Моэд. Всем хаг самеях, баруха Адонай леолам, амен ве амен.